Евсеев. Узнала Скова. Хорошая передача Измайлова. Удар! И мяч летает по перекладину. Гол Дмитрия Лоськова, как о золотом матче в 2002 году. Очень упорная борьба, когда шла, и Лоськов единственный мяч в этой игре забил. Попадает Лоськов в объятия всей команды. Классную комбинацию мы увидели, типичную локомотивскую. И такое ощущение, что Юрий Павлович готов в этой куче маленькой участвовать. Что да, тоже под летом мы видим. Найти Лоськова пытается. Нашел. Это сказал Евсеев. А счет 1-0. Локомотив открыл счет. Это совершилось на 73-й. 74-й, 75-й минуте. Но думаю, тут сейчас конкретно неважно, каким мгновение был забит мяч. И опять Евсеев, опять его отмечает. Ну и там провал в центре. Почему сейчас остался один такой футболист, как Лоськов, честное слово, непонятно. И удар под перекладину мягкий, может быть, опять же, чуть иначе хотел пробить Лоськов. Ну, армейцев все-таки, я считаю, не утекал этот гол из-за игры. Армейцы владели преимуществом и, наоборот, сказал, что вот-вот и ЦСКА откроет счет. Но это футбол, вот так бывает. Пропустили контратаку и... Посмотрите, как долго Лоськов остается один. Проспали сейчас армейские футболисты подключение в атаку туда, к скамейке.